да, не купил, ну, тут в этаже вот все. И можно заработать. Еще можно заработать. А да, минус вот. Фамилия, инициалы, да. Подпись. Подпись. Везде, да? Ну да, щипочка. Ну, на трех. С вашего разрешения мы должны переписать зафиксированные данные фирмы. Фамилия, имя, отчество, название фирмы. Ну, понимаете, мы его разглушивать правильно мы говорим. Вы по нашему заданию можете предоставить эту информацию нам. Или вы отказываетесь предоставить? В смысле, я не могу разглушивать данные про особы, которые будут, например, зафиксированы. О чем вы сейчас говорите, Олег? Вы обязаны нам предоставить, Сергей, вы обязаны нам предоставить данные на компанию благодаря тому, что у нас есть верные. Предоставьте нам данные. Я как милиция вообще не могу разглушивать будь-які данные про особу, даже кто я, кто я пояснил. Понимаете или нет? Что потом людина на мене скаржилась, что я разглушиваю данные по их. Хорошо. Сейчас же все такие умные стали, что сейчас ужас. Сейчас он пришли, покачали, звільнили. Звільнили, все довольны, счастливы, разошлись. Через две недели он через суд восстановился, опять сидит на этом же месте. И все. Это что его брать топить, что это? Это надо делать, чтобы по новой же. Я восстановился. Да, да. Фамилия, инициалы. Может написать фамилию, инициалы. Да, ну как пишешь. Эту пулю вроде означает. Это на администрацию. Приезжайте в гости. Половина начальников отдела. Снимать их можете забрать. Снимать процесс опечатывания? Как будто что. Вообще нельзя. Будь-який человек, я четко знаю, что он меня.